Ой! Ой! А-а-а-а! Здорово, пацаны! Так, Мегасовский процессорский гайд. Да, Зевса, Зевс! Чем мне нравится этот дед? Ну, потому что это дед, в первую очередь. Деды в клубы не будут ходить, хотя я уверен на 100%, что когда наша молодежь вырастет, блядь, она пойдет в клубы даже, пусть и 90 лет, все равно по клубу. Хотя клубные мальчики, сами понимаете, это постоянно в движении, естественно, на организм все влияет. И, наверное, те, кто в клубах тусят, постоянно там диджеи, вот Дэвиду Гетте сколько там, 30 с чем-то, но он заделся диджеем как недавно. Ну, короче, осталось ему совсем недолго, и многим тоже осталось совсем недолго. А вот Зевс не клубный мальчик, поэтому я качаю гэшку на первом левеле. Покупаю манту. Раз, два. И раз, два, три, и раз, два, три, влево, вправо, и рен рейндж, на низ идем мы, на низ, сотым гэшка, урон магический, да, ударяет молнией врага, доносит заклинание, ага, ему уроды, и как травмебеда оглушает его, то есть сбивает всякие косты, сбивает это сои, если что, так. Запомните, сбивай, это микростан такой. Заключение, против фуры. Фура делает ТП, вы пиздите, видите, что она там уже закругляется во все. Гэшку ее, оп. Заклинание также дает трое синген вокруг цели в радиусе 900, это... Что такое трое синген? Трое синга это палилка, то есть мы сможем пропалить его вокруг, ну, вокруг цели, все видно. Типа трек. И ульта тоже там дает трое сигну. Так, Зевс, интеллект, скорость 295. Выглядит он маленький такой. Бля, он меньше, чем моб. Обыкновенный моб. Прикиньте, батя, Иисусе. Ну-ка, сейчас сюда. Каспар, вы гляньте, какой его... О, бля! Нас так будут обоссывать, пиздец. Вы вообще понимаете, против кого я стою? Кто в моей игре сейчас? Антимагида и, блядь, антимаг. Анти, то есть, пачан против магов. Огры маги. Ну вот, снова антипик, блядь. Уёбки. И плюс Рубик. Рубик попытается у нас пиздить все. Все скиллы наши, дорогие. Атак спид просто ни о чем. Самый, блядь, один из самых бомжатских атак спидов, которые я только видел. Так как он такой медленный, блядь. На втором левеле Цешку качаем. Ц качнули. Пытаемся донайдить. Цешкой, на! Зачитываю. Бросает молнию, которая перескакивает с одного врага на другого. Цешка, да, ей пиздато добывает. Прыжков 5 всего. И урон 85. Но лучше закидывать ей, когда вы качнете третий скилл. Я вот сейчас третий качну, а не второй. Пассивочка это. Вкусная такая пассивочка. Ее на единичку хотя бы вы обязаны качнуть. Так, Зевс ошеломляет врагов поблизости. Они типа, вау, как это так, как это так. А, ну пацаны, окей, они пушат и хотят меня потом отпиздить. Окей, давайте. Угу. Когда произносится заклинание, при этом наносится урон пропорциональному уровню и текущему здоровью. Ага, радиус 1005%. 5% типа сжигает ХП. По чуть-чуть, так по чуть-чуть. Идем делать отводы, блять. Бег у него ни о чемный. Вообще ни о чем. Слушайте, хитрены, матрены, блять, какие. Ну пиздец. Этого я и боялся, что все пути, блять, левела. Нам-то похуй на фарм. Что за звук? Главное левел. А левела я не смогу получить. Этот станет и мистер Накотса, блядь, постоянно меня сопровождает ударами. Это действительно может произойти. Хотя бы любыми способами его идет. Говносос, блядь. Да, бля, говно, да, нахуй. Петух, блядь. Ну и чё, напал? Напал, говнарь, блядь. Нахуй отсюда. Уёбище, блядь. Видали, да? Они вообще не хотят, типа, ой, мы поставили вард на отводу, и давайте это. Ну, если чё, ваги на фрифарме, там нормально тогда. Да, закидываем вот так вот.
Именно цешка предназначена для такой хуйни. Чтобы закидывать яростно, блядь. У ебанов. Почувствовали. Они чувствуют просто всю власть происходящего. Что на ихней стороне. Ну, блядь, придется купить... не, Сентли Варт в пизду. Никогда не покупал и не куплю. Ладно, похуй. Хоть и Зевсу главное это левел. Похуй наш мод. Дамажут его скиллы, вот этот гэшка. Аж 175, 275 и 350. 350 это с одной хуйни. На последнем левеле. Плевать, что магический, там уж даже худ. Ну, чуть-чуть задефает, да и все это. 20%, блять. На миду опасные герои, это вот Пудж ебаный. Да, бля, вот это злюн. Вот это злюн, почёт. Вот видели, да? Я даже не попал цешкой в у ебана толстого. Тем не менее, пассивка все таки дала свое. Кцанула, уёбка. Ага, ага. Вы видали? Нет, вы видели, что хохлы хотели сделать? Слушайте, это, блядь, меня заебало. Вот сервака нету хохляцкого-то тут, блядь. Куда лезешь? О, все, 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 сейчас захотят. Да, думаю, захотят. Да! Коцаем, коцаем. Еще цешку прокачиваем. Плевать на гэшку, блядь. В таком случае лучше цешку вообще качать, бля. Когда даже к мобам не дают подойти, и опасность стана здесь есть. 700 хп, хоть и мы имеем, это довольно-таки неплохо для мага. Тем более Зевс, посмотрите, маленький такой. И его, наверное, всегда, я вот прошлую игру играл тоже на Зевсе. Он ли Зевс была цель? В первую очередь Зевс, в первую очередь Зевс. Почему так зуб точит? Ну, наверное, потому что, блядь, охуевшие псы, блядь. Блинкайся отсюда, уявак. Мои мобы, я, наверное, больше нафармил, чем этот долбоёб. Смотри, я пятый, блядь, они хоть и все делали. Я там парика 3-4 проебал. Ну да, я соло стою, ну а по хули. Так, еще чуть-чуть и шестой левел. Чё за звук, блядь? А-а. Странный такой звук. Впервые слышу. Ах, так. Здесь наши цели, знаете кто? Магина фокусит Зевса. Помните, да? У него пассивка дефает 20% магического урона. Это жирный пидор. Рубик. Ну, здесь спорно. Закидывать его, и чтобы он не смог спиздить наш скилл, это гэшку. А то, бля, спиздит туда с гэшку, да, и начнет там, блядь, колупать. Плюс у него икса еще неплохо наносит. Ну, Зев сразу сдохнет. Да, блядь, мышка, чувствительность ебаная. Блядь. Вообще не дают подойти. Этот, блядь, чувствует себя ханом, да? Ханом утробным. Эй, ты чё там кушаешь-то? Ой, блядь, не попал. Да, блядь, мышка, нахуй! Слушайте, она охуела, блядь. Когда в USB режиме беспроводном, то есть работает, вообще, блядь, глючит. Но это после всех этих коцов. О, прошла. Да, блядь! Что? Карри? Блядь, идем на топ. Сейчас я пока сменю, блядь. Подключу эту хуйню все. Ой, не то туп на базу. А некоторые, кстати, долбоёбы говорят, Виджелин, как ты так путаешь? Ну, не говорят, но я думаю, так считают. Хули он путает. Ну, блядь, вы в первую очередь сделайте невозможное, да? Сделать 2000 игр и потом, блядь, чтобы вам дота снилось, окей? Окей, орать юмы, блядь? Никто, я повторяю еще раз, такое не сделает, не повторит, это 100%. Даже книгу рекордов Гиннесса, это похуй там, 100-метровую, блядь, елду в ванну засовывали, нормально, а вот что сделал топ-геймер, это... Блядь, ты можешь купить? Так, шестой левел, да? Значит, летим. На...
На. И ульту зачитываю внимательно. Ударяет каждого врага молнией. Вне просмотра, да, вне зависимости от местоположения. Вайтхундер. Собственно, вот этот вот Вайтхундер. Также дает Тхуй сингл, что и у Гэшки. Да, видали, да, бля. Да, нахуй. Да, бля. Палево, нахуй отсюда. Итак, Вайтхундер пиздит всех, вокруг каждого героя ударит в радиусе 900. Если враг не видим, то он не получит урона, но Вайтхундер все равно пропалит. Соответственно, можно спалить, где Рокибара находится, где на бараке наши любимые, блять, которые стали в последнее время супер популярными. Наверное, с ебаного стяга Сторлайнера, блять, эти. Там такие, паука взяли, надо тоже паука взять и заботянить. Но все наоборот, блять, нищий, ебаный. Господи. Смотрят эту хуйню, блять, еще хотят ботянить. Да. Обязательно Зевсу в виду всего покупать арканы. Хоть и. Хоть и хиленький. Матерь Иисусе, бля. Вот это вода голимая, пиздец. Что-то она раньше была нормальная, IST этот. А сейчас параша какая-то, блядь. Там больше сладкого, чем, блядь. О, господи. Откатывается, кстати. 3 секунды. 90 секунд. И урон 225. То есть, чисто по всей карте всем лупится по 225. Вот этот наглофакер, ты чё там, блядь? Ебать, он 8-й левел. Матерь Иисусе, вы чё? 8-й левел, уёбок. Счёт 3-7, блядь. Так. Чё там? Смотрим. Ультома охуенно стилить. Давайте там это. Пиздите. Секунды, блядь. Господи, Патма сдохла. Отдазла в соло. Не ультуем. Я хочу забрать кого-нибудь. А Рубик будет пытаться у нас воровать скиллы. Ага. Это ж такие уёбки. Арканы. 757 МП. И 700 КП. Так. С одного хука жрачки фидим. С одного мультикаста тоже фидим. Ну там вообще, блядь, фокусеры ебаные. И Зевсом ни в коем случае не танчите, не надо. Просто на вас ополчение, блядь, будет произведено, и все. Блядь, обходят! А, вот кто там. А, мультикаст, ну, все дела там это. Спецназ. Да, бля! Долбоебы. А чё они вчетвером, впятером ходят? Неужто здесь Тима, я вроде в соло играю? Эй, мудак жирный. Ты, блядь, Касабланка. Чё там коцают? Ну все, к этому поперли. Уёбки ебаные. Почему, блядь, 5-11 счёт тут это? Долбоёбы, блядь. Дис, фрифармил нормально. Вагидали, блядь, уже с Battlefield. Заебись, сейчас у него будет. То есть здесь Зевс отпадет сразу же. Пару ударов. Ибидус Зевс. Этот уёбок утонёт, блядь. Картавая? Слушай, ты мать свою, блядь, выеби. Матьку свою выеби, батеньку своего, да? Батюшка, у тебя батюшка, блядь, ебаный долбоёб, понимаешь, да, меня, блядь? Ты в церковь для начала сходи, а то завтра тебе помирать, блядь. Ты же не хочешь всю жизнь в аду прозевать, а? Долбоёб. Алё, долбоёб, чё ты заткнулся? Я ж картавый, давай, заовни картавого. Давай, заовни картавого. Хуй, я застилю, блядь, долбоёбы. Вот, Зевс только будет стилить теперь. Охуенно им, кстати, стилить. Гэшку прокачиваем.
Это первый левел, третий, второй, первый. Фармим. Ой, коцаем, коцаем Вагиду. Он, наверное, пассивку качал на деф магии, блядь. Они ж любят это. Хотя он мне пару ударов... Ой, все, пизда. Пару ударов мне въебет, ультанет и минус. Минус наш топовский Зевс. Ну чё здесь, блядь? Долбоёбы. Кто? Кто ворвется, блядь? Зевс, что ли, должен рваться? Клоквер, мудозвон, блядь. Где его врыв там? С микростанами, со всей хуйней подобающей. Нет, блядь, хуй из два. О, господи, блядь. Ведем ту же борьбу, блядь, скрытную, типа. Пассивную. Блядь, как же меня бесит пассивы эти ебаные. Чисто, блядь. Господи, у мудака инвиз есть, он что-то бегает там. А, без моба, мы без моба здесь. Нахуй Магину. Так как уже поздно интересоваться, а для Зевса... Магин это вообще, блядь. И Магина для Зевса. И Зевс для Магина это вообще, блядь, орешка ебаная. Поэтому, да, побегаем здесь всякие дазлы, потом рубики уебищные. Охоту на них можно начать. Но даже наш Зевс, кстати, ой, дазл отпиздит. Дазл замедление прокидывает и коцает, коцает, коцает. До конца. Моба скушали. Душамбе, блять. У них, кстати, там вард стоит вот здесь. Варден ебаный. А где все-то? Ёбнутые, на мид попёрли. Отпушивать охуенно Зевсом. Там цешкой, цешкой постоят, да. Но многие, кстати, и кастуют. Он ли цешку, а не гэшку. А, ну у них везде там вард, блядь. У долбоёбов. Ну сейчас я гем куплю тогда, значит. А, этот ульт у меня спиздил. Уёбок-то, ульту спиздил у меня. Да. Сейчас гем купим, разобьем все их недобро. Плевать, я даже обрадуюсь, если проебу его. Потому что у нас пассивный Боник, который, блядь, мистер Нулевка, да? И Миранина. Залупность. Тоже мистер Нулевка. Все, гем куплен. Скиллы, сами картиночки выглядят, ну, нормально. То есть, можно даже не читать описание, а посмотреть только на эти скиллы ебучие. И здесь все понятно, вон, идут эти, молниевая цепь, это здесь одна хуя мощная, это, блядь, это единство, вот это непонятное. И здесь тоже непонятное. Ну, долбоёбы как-нибудь там спалит. И плюс, кстати, по-моему, варды видны. Ну-ка. Ща. Да, видите? Ну, это все в радиусе. В радиусе наших уёбков. К сожалению, варды так-то нам не видны. Не открываются. Эй, а где у нас вард, собственно? Чё, он пропал, что ли, блядь? Да не может быть. Или мальчик с пальчик кинул так, на похуй. Угу. Попиздит, не попиздит. Просчетывал, просчетывал. Только там пуч нулевка. Бегает Зевсуша. И теперь он как груша. Все, 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 все. О, вот да, бля. Когда Зевс произносит заклинание. Так, тера фокусеров ебаных. Кто нас может отпиздить? Ну, это хуйня пиздит, это хуйня пиздит, это хуйня пиздит. Потом жирные кенты нас отпиздят. Все эти дизейблеры. Да? А Зевс без МП также никому не нужен. Так что. Элазор. Он же антимаг. Он же еще какой-нибудь псина, блядь, выжигальщик. Да. Но, блядь! А, и снова у меня скилл спиздил ебанутый, вы видели, да? Видали? Скиллы ворует. Только у Зевса, кстати. Эй, мудак! Мудозвонник, блядь! Электроника! Вы чё, блядь? Один скилл ему въебать. А Клокер, кстати, с фулл МП. На, бля! Ва!
Не того дорезал, блядь. Пидоры. Пидорасиды. Так. В общем, кто наши теперь фриент, блядь, как это принято у чучмеков. Наши фриент это... Их здесь нету. А так-то ВД. ВД ничего. Лишь бы Меледиктом попадал. А потом уже дело за Сивсом идет. Прокасты минус... Минус ЦЛ. Хотя бы второй левел, третий левел Меледикта. О, блядь. О, потягушки нахуй. Жалко, мать фуры отсутствует в игре. Хотя, может, отсутствует, присутствует. Теперь покупаем мы... Чё, блядь? А, кстати. Активная способность увеличивает магический урон, блядь, наносимый им в течение 20 секунд. Долбоёб, блядь. Увеличивает урон в течение 20 секунд и стоит 2600. Это бешеные бабки. Но если этой хуйней уметь пользоваться, то можно собрать. И там, типа... Показывает цель. Ну, короче, очень редкая вещь. Ее мало кто собирает. Дополнительный. У магический урон 25%. Так, давайте посчитаем, сколько-то 25%. Ну, вы нанесете где-то 400. 350, ну да, на 50. На 75 где-то, да. Не знаю, стоит, не стоит. Но стоит реально очень много, 2600. Когда агоним 4200. Аганим увеличивает урон, вот, улучшение. Урон со скиптером 440, это на первом, на последнем 600 аж. Охуенно, да? То есть, то бишь на 200. Да, лучше, хотя нет. Попробуем эту шнягу собрать. О, в прошлой игре, играя за Севса, я... Нет, там, вообще, как там? Ни в чем себе не отказывал, потому что, бля, там и Тима была более-менее адекватная. Магнусы врывались, короче, все было более-менее норм. Но вот здесь 4 нуля ебаных, причем что это не лоу приоритет, а обычная игра, то есть не лоу. Как так себе позволяют играть, я хуй знаю. Потому что это ниже скилл, ниже нижнего. Даже первый левел игрок в доту сыграет попизже, чем любой из них. Yes. Так. Да, 200 адена. Ну, фармим цешкой этой, закидываем. Вау, блядь, ебаная патма. Ну все, давай, я рад, что гем проебал. Гем возьми. Гем, блядь. Ёбнутая, отошла, блядь. Чмошница ебаная. Пидерсия, блядь, нахуя ей только было ТП? Окей, я не... Пиздец. Ты стримишь. Хе-хе, блядь. Нет, не стримлю. Я сам с собой сижу, блядь, общаюсь тут. Как дела у тебя, бля? Как дела, нахуй? Вот кто такой гуф вообще, блядь? Восхваляет какого-то мудозвона, нонфакторец, который даже топ-геймер называл, не знаю, хоть я дохуя видосы смотрю, да, на ютюбе, блядь? Даже всяких антагов, у которых там по пять этих просмотров там. Ну, мне, кстати, больше нравится по 5 просмотров смотреть, чем каких-то, блядь, неймовых типа, блядь, пчанов. Господи, ты пиаришь этого гуфа, долбоёб. Значит, восхваляешь. Не пизди мне тут, долбоёб. Уёбище, блядь. Я после этой игры непременно, блядь, веду в гугле и посмотрю, кто это такой. О, господи. Не знаю, может, это твой батя такой, блядь. Гуф. Ну, блядь, не коцай, не. Главное, затащить Зевсу вообще, выкастовать весь проказ дать, и можно уже сдохнуть. Вы уже сдохнете, и все. Медленно печатает у нас уёбок. Ну, как и его скилл, очень медленный. Знаете, у тормозов все замедленно, так, меланхолики, по-другому. Так все уходит, и постоянно угукают.
А, бля! Зе, вот все сделают, лишь бы, блядь, Зевсу ничего не досталось. Пидоры. Да. В первой доте Зевс, кстати, такой же унылый. В плане физ атаки, бля. Анимация хуйня, потом атак спид хуйня. Ну, блядь, все хуёво у этого Зевса. Так-то. Но скиллы заебатые. Но если уёбки против вас играющие зациклятся на этом ДПСе магическом и пособирают всякую хуйню. Насобирают, да? Так, ага. Это чё? А, рецепт. Рецепт 1200, ёба мать! Нахуя? Отстоит. Ульта 225 аж. Это два скилла в сумме. Ну все, ГЖЛ ФП. ГЖЛ ФП, пачану. Фу, блять. До сих пор привкус этого, этой воды ебаной. Ну и чё он клацает, господи, блять. С инвизом не мог уйти. Блять, дно ебаное. Ну тебя играем от дефа, чё ж. Зевс. 72 атаки, блять. Скорость атаки 120, а у этой пизды. О, в два раза меньше был. Зевс имеет скорость атаки, прикиньте, аж... А, это Яша там. А вот мудак. 136, но эти 136, блять. Хотя пока плюха Зевса долетит, это тоже влияет. Ну, Зевс из всех этих героев здесь самый медленный. Самый-самый медленный. Да! Да, бля! Все делают, чтобы спасти, блядь. Уёбки. Это моя тима, когда я на пудже играю, там счетом 30-0. Уебаны лишь бы это... Убить меня пытаются все время. Всю жизнь свою, блядь. Куда, блин, канулась, не знамо куда. Вау! Вау, где я? А, без МП, бля. Так. А здесь все, кстати, слышат не понаслышке. В первой доте... чуть ли не во всех играх, там где мало хп, да, вот устается. После замеса у вас осталось 5 хп. Ну, все типа осталось там по 5, по 200, по 100 хп. И орут. Зевс ульт там. И Зевсов тоже наебывают так это. Чужой команде орут. Зевс ульт. Но во второй доте я такой хуйни не видел. Потому что Зевс это действительно редкость. Так как вторая дота это новое поколение. Первые, они старики, уже опытные, а вот вторая дота... Новички, чисто новички, да. Им еще учиться и учиться, это вот как студентишки. Им еще учиться и учиться. Некоторые даже, возможно, ПТУшники, типа. Некоторые еще на уровне школьника во второй доте играют. Ниже даже школьника рангом. Некоторые игроки быстро учатся, как и это в школе. Кто учился, да, там это, наверное, кто-нибудь учился. Но мать Фура я не беру, потому что она второгодница и детдомовца. Так вот, кто там пиздато учится, учителя постоянно это восхваляют. Восхваляют отличников, а двоечники, ооо, блять, ооо, сука. Топ-геймер постоянно восхваляли, что и давало, блядь, повод завидовать двоечникам саным. Только меня восхваляли не за оценку, а из-за того, что я, блядь, топ-геймер. О, попал в такого героя, как... Гэшеби. А, блядь! Ультанул еще бас ульт. Закастовал. Не, палево, атмосфера. О, понял вообще. А. Купим Дискорд. О! Видите? Кто останется в этом радиусе, да, тому на 20 секунд больше дэмэджа. 25, короче, процентов. Бля, я хочу это сделать.
Да, бля. Да. О, давай, блин, кайся, вагинали, ебаный. Ага, еще гэшками, блядь. Что там за рейндж просто адский? Идем, рейдскилл. О, блин, кается с места на место. И таким, блядь, топовый Зевс проебывает. Ну, гэшли, на 11 левеле, опять же, ульт. СВ, СВ. На миду вы качаете Цешку и на первом левеле пассив... На втором левеле пассивку, потом на третьем гэшку. И заплевываете Цешкой. Постоянно заплевываете, заплевываете. 1,75 всего лишь откатывается. Но тогда уж на миду возьмете уже на пятой миду эти колбу. Это без убийств, чисто стоите. 600 АД, но так и так должно прийти. В кошелек. И колбо обязательно. Так как скилл, скилл, скилл. Оп, смотрите, уже МП нет. А аркана еще не скоро, но зато есть колба. А я в этой игре иду на низ и, блядь, что там. Меня даже не подпускали, не подпускали. А на бит такой худе с Зевсом не получится сделать. Very good. Отпушиваем эту шнягу. Да, бля. Да, заебись, три баба. Хы, пассивку хлебал. Так, из-за баз скиллов, конечно, Зевс получает, должен получать дохуя денег и много ассистов. Но с этой шайкой, блядь, баратюнов ничего не выйдет, так как всего лишь навсего 6 ассистов я имею. Ультовать нет смысла, так как смертей нет, то есть на лоу хэпах никого, никому там помощь Зевса также не нужна, потому что никто не может накоцать. Да, блять, ах ты ж сука ебаная, вот все свои всю хуйню пуляют на антимага, лишь бы выжил, блять. В моей же тиме Дазл на себя крест кинет. Когда там топ-геймер в опасности. Сейчас отпушим по чуть-чуть. А, так, радиус. Дали с применением мне вот, интересно. А, ну почти в упор. Радиус скилла. О. Нет, и не отменяется. Ага. Получается, на кого мы кастанем, на Томе 20 секунд провисит этот дискорд. А не так, что в этом радиусе. И в нем не надо находиться. То есть вы кастанули и все. Можете ДПСить. Сейчас, смотрите. Все, решающий замес. Да. Вау! Вау, нет, ну конечно этого. Зевса, как всегда, Зевса, бля. Долбоёб, бля, до конца бежал, на глафакер ебаный, блядь. Ну, мне когда, Ющенко, Кащенко. Блюм, Мергун, нахуй. Сейчас арестуюсь, отпизжу всех. Уёбки, блядь. Ну, что мы имеем от Зевса-то, получим, пика его. Более-менее хорошего саппорта. Повардить. Но, извините меня, когда такая вот ситуация, как у меня, здесь не то, что вардить не хочется, здесь даже, блядь, кастовать не хочу. И каждый свой шаг я, блядь, оцениваю, как это просто подвиг, что я делаю. Потому что 4 ебаных днища, вонючих, песочных. Ну, это, ебаных, блядь, днифагов, нахуй. Так, ультоев. Ультадули, все. Видно, смотрите, какой радиус обзора. О. Плюс Роху кто-нибудь фармит, да. Зевс ультует, убивает Урсу. Или скелетон Кнайда. И сам дофармливает Рошу. Ну и забирает Аегис. Ладно, почады, здесь LB-бэк. Все, визмощадка. Меня даже корейцы уже почитают, бля. Заебись. Блять! Уебаны. Да, дискорд-то я запулил вас.
уебанские, блядь, потмы скиллы отдают тупым, блядь, Рубикам. Не пикайте Зевса просто так, не надо. Только по просьбе команды, и причем команды проверенной. То есть, на мистере Паби Зеус хуйня. Он бибекает из площадка.